у вас растет крапива, посмотрите, она зацветает. А это сигнал к тому, что пришло время сбора. Я делаю настойки на водке и также сушу и использую как приправу. Про приправы у меня есть фильм. А сажать на участке крапиву, конечно, стоит, потому что это кладезь витаминов. Посмотрите мои фильмы про крапиву. И сейчас я покажу, как я заготавливаю из вот такой крапивы удобрение для моих комнатных растений и растений садовых. Стоит это удобрение 3 дня. Видите, что оно и с цветами. Стоит в полутени и уже пора сцеживать. Здесь очень много кремнезема. Если оставить на большее время, будет иметь неприятный запах. А так, конечно, уже пришло время ее процеживать и разбавлять 1:5. Кладезь витаминов, макро-микроэлементов и особенно кремнезема. Я на своем участке разрешаю крапиве расти. Вот так выглядит раствор крапивы процеженный. Но для полива необходимо брать 1 литр раствора или 1 часть раствора на 5 частей чистой воды. Иначе вы можете погубить растения, которые поливаете. Это мой совет, я так пользуюсь. Всего доброго, желаю хорошего роста вашим растениям. Видеоблогер Екатерина Снытко, Молдова, Крикова.